Диалог с творчеством – это совместный проект художниц Людмилы Севериной и Ларисы Акулининой. Они пишут в разных техниках. Людмила – приверженец масляной живописи, ее любимый жанр – пейзаж. Лариса творит в технике пуантилизма. Это техника письма мелкими точечными мазками, почти чистыми красками. Второй год, благодаря усилиям молодого такого организатора Константина Ершова, мы сотрудничаем с Московским союзом художников. И пусть наше пространство не столь обширно, мы не галерея, конечно, а всего лишь библиотека, но тем не менее мы даем возможность открыть для себя новые имена. Еще одна выставка в библиотеке имени Розанова – живописи гобелены Андрея Мадекина. На сотканных в прямом смысле мастером полотнах узнаваемые сюжеты. Но фактура материала и интерпретация сюжета мастером позволяют зрителю по-новому взглянуть на известные темы. Мне нужно некоторое сюжетное философское наполнение. И поэтому я обращаюсь к мифологической библейской тематике, потому что здесь у меня есть возможность обращаться к каким-то достаточно известным темам, как, например, этот гобелен «Купание красного коня». Это, естественно, отсылка к известной картине Петрова-Водкина, как сейчас модно говорить, «Омаж». «Омаж» – это ну, как бы дань уважения, вот, и некая ну, какая-то перекличка с мастером. Что касается живописи, то здесь как раз я не ищу какого-то стиля такого собственного, какой-то трансформации. Наоборот, мне здесь интересен сам человек. Андрей Мадекин немало размышляет об искусстве, и некоторые исследования и мысли заключил в книге, которую обещал подарить библиотеке. Так что у читателей будет возможность познакомиться и с литературным творчеством художника. Ну а выставки работ московских художников Людмилы Севериной, Ларисы Акулининой и Андрея Мадекина продлятся до 20 июля. Оксана Мирошникова, Анна Овчинникова, ТВР-24.